мужик многоумный, я призываю тебя к освящению, ибо я свят, аминь, и дети мои должны быть святы, а лучше. И задает Господь вопрос, чем руководствуешься ты, Клавебеглау, каково сердце твое, если там жизнь, аминь, ибо только живые прославят меня, слышишь ли ты, Клавебеглау? Жизнь, которая сокрыта во мне, а лучше, она должна проявиться в тебя и через тебя, Клавебеглау. Но вот пустота и опустошение, Клавебеглау, она пришла в сердце твое и в дом твой, аминь. И вот ныне проверь, битва святая, что в доме твоем занимает первое место, молитвенная ли жизнь, или же суета и суетность, время небо клавету. И еще проверь, а что же там сокрыто у тайной, потаенной комнате твоего сердца, вера? Там ли жертвенник ласки Мендус, или же там стоит идол, которому ты отдаешь и время, и себя, и раны глаза, и поклоняешься там битвам, и ресурсы, ресурсы, они проходят и входят Дон Клаудисами, Клады Фраузен, к этому идолу арабе дештания Суламита. Уразумеешь ли ныне, что говорит Дуся, то или скажешь, я не разумею этого совета веры, но если сердце твое возлюбило что-либо иное, более чем меня, и ты стоишь, и ты провел ту склоняешься в исчисление веры, и идешь, и поклоняешься, и отдаешь все с кем и свое, раминя время, то уже на файзен, это опасность, великая опасность, суды веры. Но суды мои, они проходят по земле, Аллатурга, и боящиеся уразумеют и скажут, придем в страх и взыщем лица Господня, но горе беспечным на сегодня, которые ведут двойную жизнь, а лучше, и входят в союзы с неверными и с миром этим, и заключили эти союзы, и рвадалаудис, и думают, что хорошо, клеберлау, что время еще есть, но нет, говорит Дух Святой, ибо я взыщу крементус, как со священника, так с пророка, так с левита, и рамана, и с раба, и с рабыни, клаверелтус, аминь. В чем ты сегодня находишь удовольствие, и каково время прохождения твоего и служения на этой земле? Ибо если праздность, и праздность в постоянстве, арбадалаудис, то разве скажешь, моя часть сокрыта во Христе? Будешь ли смотреть в глаза Иисусу с дерзновением и говорить, Иисус, я любил и люблю тебя, ласка неба, снимай одежду и сама с тебя, ибо я приготовлен, Клаудис, дал тебе свое благословение, аминь. Медцу гламен меня не нужно обманывать, я вижу тебя изнутри, кладовая силы Божия, аминь. Ибо я полюбил тебя такую, как ты есть, принял тебя, и ныне дерзань, де Флавен, я ревную о тебе, глаз веры. Как ты ревнуешь о своем состоянии, то уразумей и проверь себя на этом месте, каждая душа, и задай себе вопрос, и дай ответ. Еремендус, ревную ли я по Господу моему, которого я ожидаю, и душа?